Евдокимии до 2030 года вновь не предусмотрено активное развитие данных секторов химпрома. По оценкам экспертов, на 2015 год у нас на первое место выходит и занимает ведущую позицию страны Азии, в первую очередь это Китай. Их производство будет, доля составлять примерно 12-14%. США же будут все больше концентрироваться на инновациях и совершенствовании технологических процессов и услугах. Если рассмотреть и сравнить крупные мировые химические компании, производителей реагентов, то наши российские компании по сравнению с мировыми лидерами занимают, к сожалению, отстающие позиции.